Дорогие друзья, что американцам нужно от Украины? Ну, в первую очередь, ее ресурсы. Мы колония, да? Никто не сомневается, что мы ровно колония. Должна быть действительно управляемость. И должна быть себе такая антироссия, которая будет постоянно педалировать и разжигать конфликт, или хотя бы его поддерживать на том же уровне, чтобы с помощью санкций Штаты ослабляли и Россию, и Европу, поскольку у них большой товарооборот. И Порошенко их в этом, в принципе, устраивает. Да, он пустил сюда в бизнес, и правильно Виталий сказал, и Байдена, и всех остальных. Да, они собираются продать им землю, ведь только транснационалы. Да, американская финансовая система способна вложить сюда деньги. Он устраивает. Но вы представляете, как даже их надо было достать, чтобы они начали искать альтернативу. Но с другой стороны, если вы посмотрите на эту таблицу, я вам скажу, а их устраивают и все остальные. Скажите, а чем Тимошенко глобально отличается от Порошенко? НАТО и ЕС? С Россией до последнего конца, да, или последнего украинца? Она же транслирует те же смыслы, говоря «выбери меня». То же самое в последнее время начали говорить и остальные участники кампании. Да, и МВФ уже не так плохо. Да и, в принципе, НАТО нам необходимо. Друзья, нам не нужны те ценности, которые нам навязывают в последнее время. Нам нужно жить своими интересами. И вот только эти люди не устраивают Штаты. Да, и НАБУ – это полная вертикаль. НАБУ, САП и антикоррупционный суд, которые построены с целью управлять украинским политикумом, а не лечить нашу коррупцию. Тигран, я буквально еще одну фразу... Да, у нас прямой звездок на завершение, да. На сегодняшний день финансовая система устроена так, что она прозрачна. И в поле, да, контроля Соединенных Штатов находится абсолютно вся банковская система и абсолютно все офшорные юрисдикции. Поэтому они видят, что у нас с вами воруют. Но им выгодно, потому что они кредиты дают государству, политики воруют, а нам потом вешают это ярмо и диктуют, да, что должна страна сделать. Это такая форма управления. Поэтому Порошенко для них это хорошо. Но я вам скажу, и все остальные будут абсолютно ничем не хуже. Поэтому делайте правильные выводы, выборы, а я агитировать не буду.